Всем привет на 131-м стриме. Мы продолжаем проходить игру I Wanna Be The Guy. Это уже четвертый стрим по ней. Итак. Чатик. Обновиться. Так, ну что, остался последний уровень. Так, какая-то подстава сейчас будет по-любому. Ну да, это, в принципе, уже старая фишка. Ок. Интересно, я быть умираю? Нет, только... О! Да, кстати, привет, Вихар, который мне пишет в Стиме, так как, видимо, не зарегистрировал ни на СК2 ТВ, там... ну, скинь ссылку, гляну. А как там перепрыгнуть? Может тут... А, можно просто приземлиться, здесь надо вниз, а ты что? Да, надо просто там вниз приземлиться на левую платформу. А, зря я второй прыжок использовал. Надо было одним прыжком туда прыгнуть и второй уже, ну, чтобы на платформу залезть. Хорошо, посмотрю потом. А ты туда стримишь или, ну, просто там какие-то видео выкладываешь? Вот. Да надо было дальше падать и в самом конце уже прыжок сделать. И падают. Incinerator of the guy. Incinerator, не знаю, как переводится. Не понял. Нормально, что я там стою? Кажется, что не особо. Значит, нужно сюда. Блин. Да блин. Не успею, да? Да опять я не вовремя прыгнул. А, ну, в принципе, без разницы. Я не думаю, что там стоит ждать. Я, конечно, не посмотрел, что там дальше слева, но...
Да, иначе я не успею. Я и так даже не успел. Значит, тут надо все-таки очень четко запрыгнуть вот здесь. Да, вот опять, да можно сразу рестартить, это вообще бессмысленно. Напоминает больше тоже там башня Мегамена, вот реально. Видимо, Солгрин брал отсюда идею. А, написано Final Tower of the Kind. Вот. И там она в конце игры тоже. Что же они так прыгнули-то? Так, чуть-чуть я каждый раз слишком рано прыгаю. Вот. Ну да, теперь вообще П. Эй, что сейчас было вообще? А я там, когда оттуда дошел, где вот самое далеко, то я там далеко не дошел. Ну, то есть там мне много еще оставалось, так что что-то, блин, надо прям сильно быстрее проходить. Да что же я каждый раз здесь? Что, если бы музыка не рестартилась, было бы вообще прекрасно. Ну, это несбыточно. Ага, когда до сейва доезжает платформу, вот тогда нужно прыгать. Да. Не успею, по-моему, нифига. А нет, успел. А, офигеть. Опять рано. Да что же я делаю? Да сейва же не доехал. Опять. Надо было четко прыгать. Но прогресс есть. Да что это? Так, успели. Ладно, теперь там надо будет успеть. Тут вроде легко вот это место. Вот здесь надо правильно прыгнуть. Вот неправильно опять. Ну, да, тут надо только правильно, прям четко. Слишком я переоцениваю прыжки Кида. Он ниже прыгает, чем мне кажется.
По-моему, не успею, я там замешкался в этот момент. Да. Сейчас должен успеть. Так. Эй, чё это? Блин, еле выкрутился. А, ну да, теперь тут не успею, да? Не успел, как ни странно. Нифига там узкий проходит. А, и всё, и конец. Привет, Таркил. Да, там... А чё я жду сижу? Узкий там проходик-то. Сам вверху. А кит что-то, блин, разожрался, не помещается. Опять. Печалька. Что-то у меня глазомер вообще донский. Причем на самом деле, мне кажется, чуть позже прыгнуть даже лучше, чем чуть раньше. Потому что когда чуть раньше, то потом уже когда я запрыгиваю, это сильно чуть позже. А если немного чуть позже, то, по-моему, это не так уж и страшно. Не успел, странно, вроде все правильно сделал. Оп. Так. Ну да, тут можно нормально чуть позже. Да... Не успеваю там. Можно сразу, если что-то где-то затормозил, можно прям сразу рестартить, даже не дожидаясь. Все в притирку практически сделано. Что это? Интересно, далеко ли до босса? Получается, это будет уже последний босс в игре. По логике, вроде там по табличке всего 8 боссов. Ладно. Да.
жалобу в правый, просто. Зачем я в левый попытался? Я просто, ну, объясняю, какая у меня была логика. Я думал, что там просто в стене какие-то блоки исчезают, то есть они прозрачные. И как бы я проскочу тот проход. Когда я не проскочил, я думал, что я успею обратно на платформу, ну, чтобы выжить. Но я не успел, и я же не знал, что там внизу на самом деле справа проход. Но в итоге я не успел на платформу, но зато сбил себе это. Ну, не попал из-за этого в нужный проем. Вообще все-таки да, вот после того, как я уже прошел почти эту игру, я могу, в принципе, высказать мнение по поводу нее. Ну, довольно-таки скучновато она в большинстве случаев. Есть, конечно, прикольные моменты, но по сравнению с многими другими, ладно, не многими, с некоторыми другими айванами, все-таки она скучновата. Ну, то есть, конечно, я рад, что я ее прошел за то, что, ну, как бы это самая первая Ивана, но все-таки она, конечно, много в ней скучноватости есть, затянутости в некоторых местах. Да что такое? Опять не топлю. Опять та же, нельзя настроить управление, не рестартится музыка. Локация, ну, немножко может быть скучно. Не, ну ладно, дизайн уровня, в принципе, нормальный, но некоторые места, опять же, очень затянуты там. Вот, ну, вы видели там медленные платформы, где там ждать можно по 3 часа. Почему я перестал успевать, я не понял. Я же все делаю то же самое. Почему я перестал успевать? Попасть в проем. Не попал. Так, что-то мне подсказывает, что этот сейф не нужно трогать. Да. Блин. А там стейб босс. А как же мне, неужели без сейва босса проходить?
Блин, это вот попадание в этот проемчик, это самое не очень. Опять же, вот, затянутость, да? Даже если я сейчас уже отточу все вот эти моменты, а я, в принципе, их практически отточил. Ну, все вот этот прыжок, да, здесь. То вот каждый раз ждать, попаду я там или нет, буду долго надо проходить все эти моменты. Не, ну, я, конечно, понимаю, что на боссе, там, на рейпе тоже, да, так надо делать. Но все-таки тут понятно, сам себе усложняешь. А это режим сложности медиум. Честно говоря, я не знаю, что с сейвом сделать. Может, надо в него еще пострелять? Попробую еще в сейв пострелять. Ага, так нет. Ну все тогда. Сейчас я единственное управление себе выставлю, чтобы у меня прыжок был на кнопку вверх, иначе мне неудобно будет босса убивать. Да, такая вот касценка такая, явно пройдийная. Так, опускать я забыл на какую кнопку. Так, сейчас надо пока будет все атаки изучить его. Я думал, прилетит надо мной. Так, а я его перепрыгнуть смогу? Да, вроде должен. То есть атаки рандомные. Мне не факт, что он побежит. Ну вот этот огонь вроде всегда делает. Так, что сейчас? А ни хрена себе. А что я должен делать? Сразу двойным прыжком перепрыгивать вместе с разворотом. Так, видимо, нужно в самом верху там клоняться. Надо подальше все-таки вставать.
Ну, я почти все атаки вроде уже, ну, которые, по крайней мере, пока видел, все переживал. Так что сейчас прикинь. А, вот это нет, это еще не переживал. А, не, бегающую я еще тоже не переживал, точнее. Что он резковато начинает бежать, надо походу заранее прыгать, думаю, что он будет бежать. Неизвестно еще сколько у него здоровья там. Сколько он потратил, типа, не знаю. Никогда нельзя туда вставать, в общем, когда он там внизу идет. Тоже надо было наверху, короче, стоять, пока не пойму, что следующий этап. Как от этих пулек больше гоняться? Это что, сейчас он пустит опять свой веер? Сейчас снова большой пуль. Ой. Да, походу новая фаза. То есть, видимо, я достаточно урона влил. Началась новая фаза. Да фиг знает, как это пережить. Короче, надо нарандомить, чтобы не было этой атаки. Дай, монстр. Да что же я, слупок такой? Я пережил эту атаку. Значит, пока есть только одна непережитая атака, и рандом. Это когда он бегает. Не успеешь ты? Не успел. Понятно пока, что с этими большими пульками делать. С этими владеющими. Ну, что я сделал сейчас вообще? Да, так и думал, что... Пережил, все атаки пережил, хотя бы один раз. Что это сейчас было?
играть, короче, неправильно все. Его вроде одним прыжком можно перепрыгнуть. А не двойной прыжок. А, что я опять сделал? Путаюсь. Привет, Найт Рики. Ну да, походу последний босс. Да ну его эту атаку. А, покидшую игру сейчас. Так нормально? Блин, что я нажал? Так, сейчас свои мегапули будет пускать. Ага, а вот опять эта фигня начинается, и фиг пойми, что тут делать надо. Надо как-то в него их что ли на... А, или ничего не надо. Я не понимаю. А, может, в этот момент можно было его атаковать, когда он пускает эти огни? А здесь он что, вообще что ли не попадает в меня? Ха. Да нет, все равно не могу у него стрелять. Так кибергеймерский плеер есть. Кстати, о, я кое-что, кажется, забыл сделать. Блин. Я на Good Game, по-моему, забыл выставить игру. Блин, точняк. Я как Wings of Fate это стримлю. Да, все поменял. Как-то кибергеймерский плеер доступен, но он не первый в списке, ну и что? Ну да. Ну, может поставлю потом, если не забуду. Не успею, по-моему. Странно, что-то сейчас увидишь. Да как я не за... Нет, не перепрыгнул. А, то есть ты забываешь, что я Good Game стал в задержке? Я вообще надеюсь, что они еще исправят эту задержку, потому что это же вроде у них как бы все в подвешенном сейчас состоянии там. Типа новые технологии и все такое. Ну вот опять эта фаза началась. Задел. Б
Блин, походу надо эти пульки в него запускать, но я не понимаю пока как. Я как бы не очень просчитал пока их траекторию. Ну давай на третью удачи. Понятно. Так, а сами пульки бесполезны, да, стрелять? Ну, не то сейчас что-то сделаю. Совпали тайминги. Да, походу он ориентируется на урон, ну типа какую следующую атаку начать. Так что если быстро его заспамливать, то как он даже бегать там вроде не будет особо. Возможно, таким способом я смогу сделать, чтобы в него попал. Надо его перепрыгивать. Да, эти попали в него. Так, ну хорошо, понятно. Осталось только реализовать. А, что-то я не то сделал. Ладно, нормально. Блин, да что же я это? Это опять фигня сделала. Блин, надо было дождаться. Я просто боялся, что он выпустит опять свои эти огоньки.
Ну пока максимум я 2 урона нам нанесем. Ну, вот этими большими пулями. Надо понять, как правильно их ну, как-то закручивать, так скажем. Тут я перепутал что-то эти уже атаки. Так, попробовать прямо здесь так перепрыгнуть. И как-то так. Нет, что-то не особо. Ага, вот так. А как это у меня получилось, я не запомнил. А, вот так перепрыгнуть, что ли? Но меня догоняет новая, которая вылетает. Блин. Здорово, Картофан. Предыдущая смерть на твоем счету. Да опять я забыл, какая сейчас атака будет. Блин, что я вообще запутался. Попал. Не, ну это хрень какая-то. Попал. Попал. Сколько? Три, да, попало? Это вроде даже рекорд. Ну сейчас, надо понять, как направлять безопасно. Так, сейчас он выкинет свою фигню.
отлично. Уже, по-моему, 3 раза, да, попал. Оп! Разбили стекло. И чё? А, вон там пистолет. Ура! Чё? Дальше. Ага, ну, я так и понял. Ну, понятно. Еще не ура. Что с ним делать? Ну, по крайней мере, первая стадия пройдена. Так. Зачем я прыгнул? Блин, ну на вторую стадию там, походу, блин, еще сложнее будет. Ну, по крайней мере, по всяким солгринам мы знаем, что первая вообще обычно единственная. Ну и вообще, в принципе, во всех играх на боссах первой стадии изичная, а потом уже самое то начинается. Не анализируешь атаки после смерти? Не хочу делать это, прерывать видео. Ну и вообще как-то... По мне так не очень это для зрителей. Как его атаковать-то? Ага. А, на колонны можно вставать? Этот поворот. А что меня убило там? А, или походу нельзя просто касаться вот так, что ли? Ну, он в Боши, да, на Марио первое сложнее, согласен. Ну, там, как бы, это просто такой троллинг в конце, как и на этом, на скелете тоже. Так, просто бонус. А, это я не люблю спойлерить. Не люблю спойлеры. Хочу прочувствовать атаки на себе. К тому же иногда атаки показываются немного неправильно, когда игрок мертв. Скажем, атакуют куда-то в угол там, еще что-нибудь. Что я сделал? Привет, Ксипи. Да, игра спойлерит игру. Там что, нет, что ли? Ну а зачем? Я и так дойду без этого. Лучше, если ты знаешь, давай ты подсказывай там, что делать. Чем, блин, какая-то игра будет мне подсказывать. Чё я перестал проходить эту фазу, воу?
этих игрях. Ну, у тебя это получается иногда. Баньте за спойлер. Ну, у меня же, я могу только один голос отдать за банта, я же не могу забанить полностью. Дело. Слушняку. Да так и думал, блин, что оно вылетит. Ну просто та же меня там догоняла, тоже не очень приятно. Что так? Ну ты планируешь приходить или что? Как это делать-то? Да торыч пройдет больше, куда он денется. Во времени, да. Но он сказал, что через год пройдет. Скорее всего. Ну, в принципе, ты как раз тайм-машину к тому моменту пройдешь тоже. Года нога хватит, да ладно, я прошел вот, ну, еще не прошел, конечно, но я думаю, сейчас пройду за 4 стрима. Ты не попал. Да, он изич. Ну, тут знаешь, в чем не изич? Найти дорогу. А, ну, как бы, если, ну, знаешь, ну, дорогу, то вообще фигня. Ну, пара моментов есть, так, чуть-чуть напрягающих, но после тайм-машин, поверь, это вообще будет тебе ни о чем. Thank you.
Ну как легкая? Ну все равно же ты там на некоторых местах у тебя постоянно багеты были, а тут у меня только от одного места был багет, и то только из того, что просто уже 5 часов стримил, как бы. Видимо, устал. Привет, Элис. Сделал. И это тоже хреново вышло. Привет, I awake. Рю. А кристаллики, у тебя на кристалликах там вообще пипец горело, я помню. А, ну бонус, не бонус, ну это же тоже часть игры. Да. Че я? Ну, уже совсем что-то жадничать стал на урон. Да, ну как бы да, скучновато, конечно. Вообще вся игра скучновата, но это первая ванна. Блин, до второй стадии пока дойдешь, куча попыток пройдет. Ну, в принципе, на Салгрине так же было. Все-таки последний босс как-никак. А я не играл в I Wanna Kill the Guy. Так, надо было, значит, стоять наверху после того, как я глаза убил, ясно. В тот раз я просто нарандомил в этом месте. О, не попал. А, нет, попал.
Ну да, короче, все, я тактику понял здесь. Довольно-таки легко. Ясно, он направляется. Все, понял. Она направляется. То есть она не тупо всегда влево начинает, а туда, где я. Значит, нужно, видимо, скатываться по стене, что ли. Хотя вообще-то в тот раз я перепрыгнул ее именно. Что сейчас опять сделал? Короче, придется попрыгать сейчас. Не, не придется. Чё я сейчас? О, сейчас неправильно стрял. Хотя, по-моему, про канал. Не, не про канал. Ну ладно, чуть просто дольше придется. Оп. Ну все, ребят. Блин. Он там говорит какую-то фразу. После этого проходит где-то 2 или 3 секунды, и он выстреливает. Еще чуть дольше ждать. Или просто идти вправо, например. В принципе, там наверху можно пройти. Просто, короче, надо идти и все. Thank you.
Да так и думал, что не успею, что-то не затормозил. Могу, ну что-то. Я сейчас сбил, короче, всю тактику, да, из-за того, что первый пропустил. И это вот этим может обернуться. Ну ладно, вроде пронесло. Все, да. Я же понял, что в тот раз она не наводилась на меня полностью. По-моему, там все тысячи огни будут. Да, это я помню. Не, ну неужели он такой сложный, что я его не пройду за раз? Вроде же эта игра легкая. Что это Салгрина, я там убивал 26, сколько там, 26 стримов. Ну это же не блин. Это же его на ПЗК всего лишь. Почти повезло. Попал, ничего себе. За него там хитбоксы. Так.
Главное, непонятно, как его атаковать, или там надо просто уворачивать. А, он еще выстреливает вот этими. Я забыл про это что-то. Тогда вначале, наверное, нужно оставаться, думаю, на верхней платформе. Что за фигня? Сейчас, секунду. Так, да, пока стою здесь. Сейчас он выпустит какую-то штуку свою. Ага, ему опять надо в глаза стрелять. Вот эти белые можно уничтожать, только, блин, неудобно. По-моему, когда я... Ну, его, короче, нельзя задевать, его рот. Вроде бы он убивает. Тот раз меня убил, я, правда, не понял, именно это или нет, но вроде бы да, другой ничего не мог убить. Но в тот раз я не только, когда вот самый первый раз я там дошел далеко. Что сейчас делаем? Второй прыжок не нажался. Thank you.
Так, он еще иногда пускает свои огненные штуки. Но в целом их можно там размикрить, я думаю, на этой колонии. Прям не встал. Эй, ну от пистолета задел. Что-то я чуть не заснул больше. Да убей ты глаз-то уже один. Это что за фигня? Так, ну это было близко. А, кстати, он стреляет даже из убитого глаза. Нифига себе. Что за чит? Привет, Тор. Долбит тебя? В смысле? Типа, холодно, что ли? Выздоравливай. Чё ты... Как, почему я не успел? Я же шел прямо в этот момент вправо. Видно, он цель захватывает раньше, да, чем начинает стрелять. А, левее стоять, ну я понял, угол, да, там имеет значение.
смысле, что за курбиты с перепрыгиванием? Ты можешь предложить лучше тактику? Я такую нашел. Работает безотказно практически. Ну, если там чуть-чуть его не нарушают тайминги. Предлагай. Мне вот это устраивает тактику. Ну, в принципе, если ты предложишь более хорошую, ну... Чё, спасибо, скажем. Почел немного. Да. Чего? Как ты туда-сюда? Не очень понятно объяснил. Ой, что я сейчас сделал? Типа вот она летит, и я чё её... И что? Это вообще непонятно. Ну объясни получше. Раз уж взялся это не очевидно. Ты видишь, она отражается совсем в другое место. Ай-яй-яй, зачем? Блин, как-то в этот раз не очень получилось. Не попал. Ну я тоже не понял, как делать то, что ты говоришь, так что буду делать то, что у меня получается. Ну как бы у меня почти всегда получается это делать, так что как бы не вижу смысла сейчас что-то менять. Да опять.
смысле? Так я наношу урон. Вот, видишь, убиваю. Первую стадию. Какая разница, слабо, не слабо. Главное, что эффективно. Ну, то есть... Результат тут мне нужный, получаю. Ну и все, что еще надо. Да что ж такое, ну... Короче, первый глаз надо сразу же убивать. Как вот сейчас я это сделал. Чуть не зафейлил. Непонятно, почему он здесь атакует по кругу, хотя я стою наверху. Ну, то есть... Он что, тупой, что ли? Вот, я как бы... Не люблю такое в боссах. Глупая смерть довольно. Закончить ее. Ну понятно. Ну что это? Как он задел там? По-моему, сейчас плохо будет. Ладно, успел. Короче, времени не используется.
Что за фигня? Какие шипы? Зубки прорезались. Такого не было. У него, видимо, какие-то там еще рандомные атаки. Что-то я сейчас вообще бред какой-то. Убьет сейчас, да. Ну, у него... Он не всегда одну и ту же атаку делает, вот там. Где я сейчас погиб. Как-то чередует рандомно, походу. Что? ВГ первый. Кибергейм есть, если что. И Steam. Надо, да, кибер, значит, первым повесить. Ну, что-то руки никак не доберутся. Во время стрима я не буду это делать. А после стрима это надо еще вспомнить об этом. Сейчас кому чуть-чуть не будет. Блин, да как от этого вернуться-то? Короче, мне кажется, второй глаз надо добивать там же, слева стоя. Ну, ничего такого там нет в этом. Второй прыжок. Я же жал. Не, ну тут разница есть, как бы, в том, как пули мои полетят. И в том, ну, как бы, издалека он будет вместо... А, оба летят, ну да, в принципе, тут все классно. Ну да, значит, слева надо по-любому стоять. Потому что когда пока перебегаю, меня там убивает какая-то хрень. Слишком ли большой пистолет для кида? А, не умер? Ну, в смысле, не выколывался в глаз. Есть интересный голос этого New Great Film? Так. Офигеть, сколько там у него фаз?
Тысячеглазый, что ли? Такое троллит эти штуки. Просто, ну, если так сразу, может, непонятно. У меня пули пока долетят до конца, я же не могу новые выпустить, и поэтому часто прыгаю впустую и жму, и ничего не выстреливает, потому что еще пули там летят. Которые не попали в глаз. Блин, опять сбил. В принципе, норм. В принципе, не знаю, может быть, там нет смысла так спамить по этим глазам. То есть именно можно потихоньку стрелять, потому что вроде бы по ним урон проходит с некоторой задержкой, да? Ну типа нельзя прям заспамить вроде. Хотя нет, можно. Вот сейчас я медленнее стрелял и явно медленнее заспамил. Что ж такое? Там как-то
Непонятно. Ну, как, короче, это просто микрит надо. Просто микрит и все. Блин, вот он, я не понимаю, когда он выстреливает эти огни. То ли рандомно. По-моему, тайминг каждый раз разный. Я вот когда первый раз, я ожидал, что они вылетят. Второй раз я уже не ожидал так скоро. По-моему, как бы там есть смысл их как можно быстрее убить. Потому что там он начинает какие-то, блин, то шипы вылетать, какие-то огонь какой-то. В общем, что-то нехорошее. Что ж такое, ну... Долго, конечно, довольно первую стадию тут проходить. В данный момент же, так понимаю, нельзя ему показать. Ну, то есть ничего не произойдет. Вот. Так что нет смысла там пытаться выметить как-то. Ага, шипы летят. Как мне понять, когда шипы... А, они высовываются, я даже этого не смотрел просто. Так. Сейчас, короче, секундочку, перерыв, буквально минуту-две.
А, черт, я забыл микрофон включить. Нет, не молчу. Блин, бывает. Да. Ну, короче. Нет, конечно же, я не молчу. Я бы сказал себе без микрофона туда кайф. Да, еще раз, Твистету, привет. Да не буду я так делать по телефону, будете играть, тем более в эту игру как-то вообще возможно. Просто я не знаю, как в Стиме микрофон отключать, ну, та же трансляция через Steam еще, да, доступна. Я фиг знает, как там микрофон отключать, поэтому я его просто отсоединяю, короче, штекер. Ну вот, и я по привычке, ну, в OBS врубил, а воткнуть хоть забыл. Блин, чат читал? Это смерть была на счету Тора. Ну блин, чатик надо читать сразу. Ну мне казалось, я там не зафейлю просто. Нифиг знаю. Но потом сообщение оказалось слишком длинным, что-то. Да, теперь поторопился просто. Да нет, я так и крабил здесь. Ты просто не видел первой попытки. Откуда скиллу взяться-то? Thank you.
Я больше, ну, местами. Да синенькие, беленькие, блин, вот эти не очень. Что-то сейчас было. Опять хоть фигню сделал. У меня стабильность что-то хромает. Короче, я, ну, я понял, в чем суть, как здесь уворачиваться. Суть в том, что нужно его, в него, в эти глаза стрелять одинарным прыжком. Высоким одинарным прыжком. И вот уже в случае, если в меня летит какая-то шняга, то у меня как бы есть в запасе второй прыжок, чтобы от этой шняги увернуться. Блин, ну, ну чат читал, ну... Чего нельзя на столбик сразу стать, если очень справа стать? Сам понял, что ты написал? Я лично не понял. Ты вообще хотя бы про какой момент говоришь? Взял, врезался в него. Если ты про разрушенную колонну, то какая разница, на какую, на левую или на правую? Разницы никакой. Thank you.
где не должно достать, что не должно достать. То, что он из глаз выстреливает меня где угодно, то станет. Вылетающие шипы, я уверен, что тоже. Что он так тормозится своими этими выбросами? В смысле умираю раньше? Я уже доходил до фазы, где он до шипы даже летят. Снизу там шипы такие вылетают из огня. Начинаю подуставать, если честно. Времени до принтскрина. Что ж такое? Можно. Ну я же стримлю вам I Wanna Be The Guy. Его, если что, в стиме нету.
Блин, да? Да опять это белое. Не, ну я хочу добить его сегодня. Если там, конечно, еще нету, там третий какой-нибудь стадии. Но мне кажется, с шипами уже должна быть последняя, потому что после каждого убийства глаз мне становится все меньше и меньше места, где я могу стоять. И вот когда уже эти шипы летят, там уже стоять можно только на колонну. Ну еще наверху, но сверху я же ему не могу урон наносить, вряд ли там смысла нет, чтобы там была какая-то фаза. Так что мне кажется, с шипами это последнее. Блин, ну затроллено немного. Да какого черта она так летит, ну? У меня пульки летят еще, я тоже не могу всегда стрелять. Не, ну нормальный такой босс. Хотя бы тут надо не фейдить на этих огнях. Это было очень близко. Ох ты ж. Ну там просто нужно было среагировать. У меня был второй прыжок, как я и планировал, дополнительный. Но я просто его не, ну, как бы не успел использовать. Надо было еще не только прыжок, там еще нужно было уклониться. В общем, не для моего скилла. Хотя там вроде довольно статично они вылетают, так что типа, надо приготовиться, что в следующий раз будет то же самое.
Да что ж я, у меня реакция вообще что ли отсутствует уже? Не, ну такими темпами я за сегодня все-таки не убью его. Если бы начинать всегда со второй стадии, то это был бы другой вопрос. Попробовал торовскую тактику, но тут мне вообще не по каналу. Да уйди! Да офигеть, еще шипы, и еще она через стену не простреливается, нифига. Хотя сама в стене может находиться. Вот там надо тупо, блин, быстрее все делать. Ну реально босс на скорость. То есть с глубоком намного тяжелее будет. Как он там траекторию-то неправильно взял, я не понял, вроде все делал стандартно. Переспамил.
Мог, кстати, не запрыгнуть, и было бы печально. Блин, а? Шипы перепрыгнул, огоньки до туда встали. А, он там по диагонали идет, то есть так не получится. Ладно, буду как раньше. Опять же, задолго очень фазы тоже уже прожать уже начал. В ней смысла вообще нету. Я не попадаю. А что мне? А. Ну это офигеть, блин. Блин, жесть. Типа прогресс. Thank you.
Очень рано пошел, конечно, повезло. Было опять везение, опять везение. Нет, это уже все специально. А, не допрыгнул. Но. Короче, первый глаз опять можно на скорость заспамить там. Прыгай сразу на стенку и, ну, там уже даже вниз спуститься нельзя. Сейчас не очень хорошо получилось. Ну, блин, нехорошо получилось. Я там случайно двойной прыжок нажал. Что-то лень изучать, как его здесь заспамить. Вот, ну, короче, на вот этой фазе как бы быстрее убить. Лень что изучать, потому что, как бы, мне кажется, все-таки добьюсь и все. Хотя, конечно, хочется быстрее вот это проходить. Задерживает это сильно меня. Привет, нейтрино. По времени. Ну, это четвертый стрим, а по времени. Ну, блин, часов, наверное, 5-6. Это... Ну, так, навскидку чисто. Могу потом поточнее посмотреть. Точности не помню. Да как это задело меня? Не, ну хотя что, ладно, сейчас гляну. По-бырому. Так. Так, 4 часа 44 минуты, 2 предыдущих стрима, а где самый первый, я пока не понял. Так, сейчас найду.
А, нашел, все. А, не, больше. Так, сколько там сказал? 4 часа 40 минут, да? И еще так, получается 11 с половиной, и этот стрим уже идет 2 часа. Ну, короче, почти 13 часов я уже играю в на языках. Ну, около 13 часов, в общем, так. Музыку доганула. Ну и то я просто долго провозился там в одном месте из-за того, что устал уже. Ну, короче, первый стрим был 5 часов, и это зря. Такие длинные стримы ни к чему не приводят. Ну, и у меня тоже бывало такое, даже побольше 5 минут. Потом там в конце наверняка будет написано, за сколько я прошел. Да что ж, ну блин. Ну это же не первая ванна, в которой я играю, так что ну, тут тоже делаю скидку на это. Ой, плохо. Сойдет. Не очень сложный. Ну, я и всего, я одна всего одна часть именно I Wanna Be The Guy. Просто есть куча других I Wanna игр на этом же движке. Ну это да, это самая первая I Wanna игра вообще из всех. Да задел! Сейчас не должен был этот огонек задеть меня, и все, и я бы прыгал бы влево там. Это че вообще? Thank you.
еще одна попытка. Опять два на прыжок случайно нажался. Это заминка, это плохо. Надо было хоть второй прыжок успеть нажать, что ли, раз уж я прыгнул под них прямо. Клавиатуры, конечно же, играю. Иначе как спамить? На геймпаде спамить вообще нереально. Все, вот не смогу с такой скоростью стрелять на геймпаде просто. Да что оно? А, стоп! Еще учитывая. Что я делаю? Еще учти такую штуку, что мне подсказывали, куда идти. Тут же много неочевидных путей, да, и мне вот говорили, где они находятся. Вот это еще. А ты наверняка сам искал, так что это могло занять очень много времени. Просто потому что как бы я хотел эту игру просто посмотреть, можно сказать так. Да второй прыжок не нажался. Задел. Встал неудачно. Я только одно место сам нашел, это самое очевидное, ну, которое наверх идешь там. А, нет, два нашел. Ну, в самом начале наверх идешь, и там, где Лю вылетает, еще там, типа, вентилятора такого. Ну, как бы там я тоже догадался, что наверх можно идти. По-моему, сам. Я точно же не помню, но вроде сам догадался. А вот другие места там подсказали, потому что я вообще не знаю, как бы я это сам нашел. Иди ты. Да блин. Нельзя их пропускать, иначе это все можно сразу рестартить.
смысле? Так дело не в этом. Просто я не знал, куда идти. То есть, напролом это только один путь. Я только одного босса напролом убью. Вот. А нужно 6. И для этого нужно идти в другие места. Вот. А другие места, соответственно, нужно искать. Там, в стену войти, там, еще там. Заснул, просто заснул. Да что я, блин, был. Идеальная была попытка. Как в этот раз ты заспамиваешь? Не понял. Привет, Джокин. Да ну, как бы я не знаю, ну... Это не особо трудно, как бы тут игра. Ну, пару моментов там, говорю, есть такие, ну, чуть напрягающие, но в целом не особо. Ну, по крайней мере, после Боши вообще фигня. Боссы слоупочные. Ну, вот это единственный босс, который, в принципе, напрягает. Другие боссы дались мне очень быстро. А, кроме, наверное, самого первого, но и то потому, что он очень-очень-очень медленный. И пока там переживешь его эти фазы, 100 лет пройдет. Поэтому я его долго довольно проходил, но только из-за этого. Хотя на самом деле попыток-то я немного на нем стоял. Да, что-то опять слишком рано пошел. Вот если бы эти ошибки еще не делал, слишком рано пошел. Там прыжок второй не нажал, или наоборот слишком нажал второй прыжок, когда этого не нужно было делать, то, блин, конечно, все бы намного лучше было. Вот этого бы, если бы не было. Thank you.
Хорошо, что мне эта его гранатка не убивает сама по себе. Я же говорю, бесполезно. Не, ну я, конечно, оптимист, но, блин. Что-то чувствуется, что я, по-моему, все-таки не пройду сейчас. Ну, максимум еще 13 минут будет. Стрим. Приблизительно, конечно. А, забываю, что его так нельзя убивать. Нет, ну можешь, но только учти, что если ты эту не знаешь, начинать или нет, типа потому что тяжелая, то, ну, боссы гораздо тяжелее. Блин, не ту кнопку, пожалуйста, только. Но боссы интереснее, боссы интересная игра, классная. Много прикольных моментов, там, креативно все. Здесь намного меньше этого, намного. И больше намного длиннее. Я больше проходил 11 месяцев. Ну там, с перерывами и так далее. Ну в сумме 140 часов реального геймплея. На тот или average сложности. Из них около 40 часов на последнего босса. Да куда? Откуда второй прыжок взялся? Я вообще не жал его. Я же не жал. Что это было сейчас? Так. Последняя попытка приближается прям невероятными темпами.
Да. Но он как бы не такой уж простой. Не, это не буду на более высоких уровнях. Я игры прохожу на более высоких сложностях. Только тогда, когда... Ну, мне понравилась игра и хочется ее еще раз пройти, но там другие ощущения получить, например. Это, ну, это так, ну на разок пусть играю. Нет желания еще раз приходить. Почему у меня прыжок не контролируется? Я вспомнил, почему у меня может прыжок не контролироваться. Потому что турет-чат этот... Блин, я же забыл, что из-за него бывают косяки. Блин, сейчас. Из-за него бывает, что кнопка не прожимается там или что-то, мне же говорили. Привет, Вести. Правда, я чатик Кудгейма не открыл, так что если кто-то там будет писать, пока никто не писал, то я пока что это не увижу, к сожалению. Ну, я думаю, что уже, наверное, никого никто не будет там на сегодня. Давай, great skill. Посмотрим, что изменится, что нет. А, про шипы-то я и забыл. Ну, по крайней мере, я дошел до туда. Не было там, я же жал или я же не жал.
огоньки. А, блин, ну тут просто реакции не хватило. Управление было все хорошо. Не, ну надо его пройти, надо. Блин, что-то не хочется завершать стрим на непройденном боссе, тем более последнем, когда вроде бы и не кажется, что он такой уж прям непобедимый. Зато я заслугу получил, но зато все равно выжил. Не за то, а не понял. Так. Остался один класс. Зачем я прыгнул? Вот тут. Сразу и не предугадаешь, там надо прыгать или нет. Все-таки реакция-то не моментальная. Короче, если там быстро заспамливать глаза, чтобы прям хорошо попадать, то особо проблем нету дойти до вот этого момента, до которого я дошел. Фу. Что, походу пройдено? Пистолетик забрали. Фу, все, наконец-то. Пройдено его на безыгай, you won. Ну все, теперь The Kid стал The Guy. И сам теперь
начнет курить и кидаться всякими там фаерболами в ни в чем не повинных детей. Майкл Кайно Рейлен, ну да, это автор игры. Ну нормальный такой босс, я 2 часа этого босса, да, примерно убивал. Не, ну были интересные моменты в игре, но все равно из-за некоторой тягомотины в некоторых местах не хочется второй раз проходить. Но тем не менее, эта игра положила начало целому сообществу, целому, можно сказать, жанру игр. Это, конечно, классно. Ну, как бы жанр-то вроде как платформер, но все-таки это вот, можно сказать, новый жанр, айвонный жанр. Довольно здорово. Да, меня Дракула порадовал, конечно, босс, когда он кидал эту рюмку в кита. В самом начале. Это, блин, самый дурацкий босс, это вот Баузер. Самый тягомотинный вообще, просто такой долгий. Я там чуть не уснул, пока его убивал. Вот это, наверное, самый такой, блин, тоже энергичный босс, так скажем. Нужно быстро действовать. Ну, дракончик был так себе. Ну, довольно, дракончик был довольно-таки интересным боссом. Несложным абсолютно, сколько я, ну, немного на него потратил времени. Биг босс, там не было этих картин, кстати. Скрудж Макдак. I Awake. Нет, следующее будет что-то, скорее всего, другое, но я не исключаю, что Kill the Guy буду проходить, но не обещаю. Но сейчас точно уже ничего не будет. Сейчас это конец стрима. Ну, я же говорю, я, во-первых, сейчас Wings of V еще прохожу. А во-вторых, я еще не разобрался полностью с Боши. Ну, я там хочу на EZ, на Хардоне пройти, и плюс там еще какой-то бонус. Читамен. А я должен был идти, что ли, или что? Вот это прикол. А что, я мог бы отойти? Или это все так и должно быть? Наверное, я мог отойти, но... Ну вы поняли, что с этим будет дальше. Да, кстати, даже не засчитано, типа, что я прошел. Но я не буду перепроходить, я сразу скажу. Ну вот, playtime... А, не, странно, тут всего написано 5 часов. Видно... А, непонятно, почему написано 5 часов. Смертей 1584. Ну все, на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат, я отвечу. Ну все, на этом всем пока. Увидимся на следующих стримах.